Всем доброго времени суток, друзья мои. Так, сегодня у нас будет с вами на обзоре каталог My Avon. Давайте посмотрим, что же нам здесь приготовил Avon. И мы видим на главной страничке каталога новая парфюмерная вода в линейке Today Tomorrow Always, которая называется Everlasting. Я уже в распаковке сняла на нее полностью обзор. У меня уже даже заказали этот набор, можно сказать, потому что в наборе будет у нас парфюмерная вода и за 1 рубль вот такой замечательный набор. И хочу вас сразу предупредить, что в наборе, скорее всего, будет замена. Вместо воды Everlasting будет приходить другой аромат миниатюрки. Потому что у меня есть маленькие брошюрки, которые нам рассылают как координаторам. Там идет замена и в True. Поэтому, скорее всего, здесь будет замена даваться, поэтому вы своим клиентам сразу об этом говорите. При покупке аромата Everlasting за 1 рубль вот такой замечательный набор. Миниатюрка аромата, потом двухфазная сыворотка 100 мл, драгоценные масла. Многие, кстати, ее любят. Ее взбалтываешь и наносится на кончики волос. И помада, бальзам для губ, лепестки розы. Оттеночек, мне кажется, очень удачный. Про аромат я вам говорила. Он такой уходовый, сладкий, приятный, цветочный. Белые цветы, там фрукты, груша, слива, тубероза, нероли. И вот этот вот миндальный крем, как тут заявлено, миндальное молочко. Я здесь ощущаю, как будто бы кокосовость. Аромат мне чем-то напомнил Attraction Intense, поэтому это лично мое мнение. Вы пишите свои комментарии, как вам этот аромат, если вы пробовали. Я себе заказывала пробник, он стоит 35 рублей. Можно заказать и ознакомиться, и по нему уже решить, надо вам этот аромат или не надо. Потому что 35 рублей хорошая цена на пробничке. Так, ну и поехали дальше. Также у нас аромат «Будь счастлива». Тоже я на него уже снимала полностью обзор. Аромат клон аромата Прима. Если вы его любили, то самое время запастись. Здесь 45 мл. За покупки этого аромата в этот раз нам компания предлагает вот такой как бы приз, подарок, ультра, красная классика. Надо, не надо, но она идет как бы вот за аромат таким вот бонусом. Имейте это в виду. Так, ну и у нас выходит новинка, лимитированная коллекция по уходу за кожей ног. Я себе взяла уже вот такой лосьон с лаймом и с кокосом. Друзья, я вам быстренько покажу. Это вот такая легкая консистенция, запах здесь действительно кокоса, пахнет немножечко сначала рисковато, он со спиртом, и он идеально будет подходить на лето, он и увлажняет, и как бы немножечко подсушивает в том плане, что там спирт, то есть если у вас ноги потеют, само то, что надо. Вот такое вот средство. Оно полупрозрачное, вот такое. Ну, пахнет кокосом, слаймом, действительно, вот так выглядит. Линейка жизнерадостная, позитивная, вот такая яркая, вот такая сочная. Ну, и спрей здесь, и скраб для ног. Так, здесь у нас уже постоянная акция для всех. С 1 по 14 50% на Farway Beyond. Сладкий грушевый аромат, ванильный, стойкий в формате духов. И потом у нас акция будет на сотку и в True, также с 50% скидочкой. Давно просили и ждали акцию на Incandescence классический. В общем, вот такая вот цена, 1119 рублей. Также смотрите цены на Today, на Eve Confidence, это 50 мл. Странички до сих пор еще вот такие, как газетные. Может быть, когда-то станут они снова глянцевыми. Хорошие цены на Attraction по 1000 рублей. Фарвейчик. Суперская цена на аромат Love You 50%. И странички вот эти, несмотря ни на что, они ароматизированные, пахнет малиной. Очень классный аромат в направлении, если сравнить его с люксом, мне напоминает Нина Ричи Rose Extax с версией розовая такая матовая бутылочка. Очень похоже, тоже там есть малина, роза, прям очень схожий аромат. Мне он очень нравится. Так, Farway Beyond the Moon с вишней и с луноцветом. Так, здесь у нас 639 рублей всего лишь. Друзья мои, я даже не видела еще. Вот такая потрясающая цена. Фужерно-свежий аромат для мужчины. 60% скидка. Плюс еще, если вы зарегистрируетесь, у вас будет еще как минимум 20%, а то и 25% на первый заказ. Поэтому ссылки всегда есть под видео. Можно оформить анкетку, и будет у вас личный кабинет. Так, здесь у нас набор Today и набор классный спа идет. Маска для рук и ног. Это, кстати, большой объем. У меня такой был когда-то очень давно. Пахнет какао с ванилью. Такой хороший, классный, питательный наборчик.
Так, здесь у нас также, смотрите, наборы Тризель. Запас ограничен. Что-то поговаривают, что уже Тризель у нас выводят из каталогов. Поэтому, если вдруг вам надо, то надо брать. А если не надо, то не надо. Турбланка хороший набор. Summer White Sunset классная цена. Мне эти цены очень нравятся. Вот этот крем тоже я вам показывала. Мне он также нравится. Для чувствительной кожи пользуюсь. Здесь идет вот такой наборчик. А здесь у нас идет умывалочка с витамином С и антивозрастной крем с SPF 30 от солнышка. Друзья мои, это май, уже с солнцем, поэтому можно присмотреться. Любимый аромат X-Series. Друзья, здесь очень хорошие цены на вот такие наборчики. Вот спрей для ног и гель для душа, мята, огурец. То, что надо. Уже дачный сезон начинается. Выходит у нас скоро новиночка. Крем с протинолом в линейке Enyo. Обратите внимание, на каталоге уже у нас новинка. Ну и также здесь Avon всегда участвует в системе. В общем-то, 28 мая, Международный день здоровья женщин. И можно здесь поучаствовать в акции. Так, подушечки для кожи лица. Так, вот про эту сыворотку, друзья мои. Эта сыворотка у нас с протинолом в имитированной сезонной упаковке. Это наша сыворотка классическая, которая выходила раньше в такой квадратной круглой баночке. Сначала в круглой, да, она у нас была. Я уже забыла, в квадратненькой такой. Здесь немножко изменили, это не новинка. А новинка у нас вот эта сыворотка. Хотя мне уже вы написали, что это тоже сыворотка ранее выходила, просто я ее раньше не застала. Так, для век система 489 рублей. Здесь тоже хорошие цены на Enyo-шечке. Так, еще у меня спрашивали отзыв на вот эту маску. Эта маска у меня была и не один раз. Эта маска раньше выходила у нас в стекле. Она гелевая. И там помимо геля есть такие микрошарики такие, которые растворяются, когда наносишь на кожу. И они как раз таки с гиалуроновой кислотой. Мне это средство это очень нравится. Действительно. Ну, мне сейчас просто уже надо что-то серьезнее. Мне уже вот этим просто увлажнение. Цена снижена на пенки 279 рублей. Это хорошая цена. И на вот этот тоник, тоже классный тоник, без спирта он, 149 рублей. Цены снижены на основные линейки Avon Care по 200 рублей, целые 100 мл любимого крема на каждый день. Так, друзья мои, листаем дальше. Здесь у нас вот такие цены. Здесь набор за 1000 рублей. Маска, крем и умывающий гель с папайей и гранатом. Так, кашемир. Тудейчик 50 мл. Здесь набор 50 плюс 10 по такой же цене. Tomorrow. Ну, здесь... Как обычно, вы знаете, если нет ничего интересного, я молча пролистываю. По 1000 рублей мы с вами уже видели эти предложения. Здесь 1249 набор. Вот на этот Intense мне чем-то напоминает новинка Everlasting. Что-то вот, какие-то есть мотивы. Не то чтобы прям аналог, но какие-то перекликания есть. Так, здесь пока тишина у нас по акциям. Друзья, он такой твердый, поэтому приходится немножко прижимать. Так, здесь тоже пока вот так. Тихо. Маленькие объемчики, 789 рублей. Ну так себе, да? Viva La Vita 1119. Так, запас ограничен. Да, вот пишут нам, что Тризель запас ограничен, поэтому имейте в виду. Лавью 849. Так, по 800 при бланке. Тут цены такие же, по 450. Ну и здесь, собственно говоря, тоже. О, 639 рублей, еще один аромат, Surfer, класс. Это вообще суперская цена для мужчин, там 75 мл объем, если что. Поэтому свежаками можно запасаться. Друзья мои, у меня уже так руки устали тут держать каталог в напряжении. Я еще и стою,
Так, на дезодоранты снижена цена по 149 рублей. Супер. И на гели для душа тоже 219, пол-литровые гели для душа. Я напоминаю, этот квартал весь, март, апрель и май, действует у нас такая скидка. Дальше еще пока неизвестно. Пудра люкс 949 рублей, скидка. Но помады, кстати, по-моему, нет акций никаких. По 500 рублей они. Тут даже по 600. А, вот 200 рублей. Вот такая помадка. Это у нас любимая леди. Вот они. Я почему-то вот не люблю этот оттенок. Очень мало им пользуюсь. Капучино у меня, наверное. Да, у меня оттенок капучино. Что-то как-то я с ним не дружу. Редко пользуюсь им. Вообще, эту помаду я недолюбливаю. Хотя знаю, что многие любят. Так. Вот такая помада. Наверное, вот лепестки розы будет у нас вот здесь. Да, вот здесь. Имейте в виду. Она будет идти в подарочек при покупке парфюмерной воды Everlasting. Так, туши, карандаши. Здесь вот такие цены. 250 рублей на такой вот каял. Появились вторые тени, то они пропадали у нас одно время. 629 рублей. Крем тональный. Сейчас какая-то у нас проблема с этими тональными. Так, 429 рублей праймер, кто пользуется. Так. Помада люкс без акций. Я ее взяла себе по акции, чему очень рада. 479 рублей вот на большие объемы. Это вот хорошая цена. Их на 100 лет хватит, этих шампуней. Вот этот я больше всего люблю из этих трех. Так, здесь что у нас? А ничего. Здесь хорошие цены на базовые продукты. Вот гели для душа, как я вам сказала. Это цена постоянная по 400 рублей. Так, лосьончики хорошая цена. 469. Тоже хватит, мне кажется, на все лето, если взять для рук, для ног. Вот, у нас снизилась цена базовая на кремы для рук, на все кремы для ручек. И, смотрите, тут у нас уже солнцезащитки, но они пока почему-то без скидок. Вот, крема для рук по 99 рублей. Классно, для новичков они будут обходиться всего лишь 85 рублей, представляете? Классно. Так, линейка спам. Гель для глазик. Для глазиков 279 рублей. Вот этот крем одно время прям очень любила, я вам говорила, у меня две баночки было, полностью использовала. Для крема для ног тоже снижены цены на все. Тут скрабик есть и вот для сухой кожи стоп. Дезодоранты. Так, это линейка Avon Senses с маслами для ароматерапии. Снижена цена у нас на гели для душа. 149 рублей стоит лосьон спрей для тела. Это маракуя и лайм, пол-литровый гель, 219 рублей. Цена каталога. Классно. Такой гель я вам тоже показывала. У меня он есть, друзья мои. И мне он нравится. Лимонный такой аромат унисекс. Свежий очень. Так, что у нас здесь еще? Смотрим. В конце будут интересные цены предложения. По 149 рублей лосьоны спреи. Эти они все приятные. Здесь у нас акция. При покупке любых двух гелей, это большой объем, 720 мл, каждый по 319 рублей. Скорее всего, я парочку возьму. Мне нравится вот гранат розовый фрезия. Мне нравится и вот этот такой грушово-мускусный аромат. И персик, блин, они все такие приятные. Вообще и мужские. Я, наверное, не мужской, один женский возьму. И вот здесь пены для ванны, литровые пены при покупке двух, каждая по 420 рублей. Тоже очень хорошая цена. И здесь у нас новинка, это жидкие мыла в новом формате. То есть их можно перелить в небольшой вот тут объем, который раньше был, либо пользоваться с дозатором от геля для душа, так понимаю. В общем-то, вот такие дела. Ссылка для заведения личного кабинета под роликом, друзья мои. Всем спасибо за просмотр.